северо-востоку от Шымкента, Бадибекский район, хребет Баралдай-Тау, река Баралдай. С вами Алексей Гончаров, и вы смотрите программу «Открытая Родина». Здравствуйте! И прежде всего я бы хотел отметить, что у нашей программы наконец-то появился свой спонсор. Туристическая фирма «Жана Талап». Мечтаешь о путешествии? Не знаешь, где отдохнуть? Мы поможем провести незабываемый отпуск. Спортивная туристическая фирма «Жана Талап» предлагает горящие путевки в Дубай, свадебные путешествия, поездки на чемпионаты мира, незабываемый отдых на море и увлекательные экскурсионные туры. Любителям экстрима – прыжки с парашютом, конные прогулки, дайвинг и гонки на квадроциклах. Спортивная туристическая фирма «Жана Талап». Отдохни по-олимпийски! С нашим спонсором вы уже познакомились, а теперь два слова о цели нашего сегодняшнего путешествия. Мы отправляемся вверх по течению замечательной речки Баралдай, главного правого притока реки Арысь, и в конце нашего путешествия нас ожидает один очень интересный объект. Сумеем ли мы в него попасть, я пока не знаю, видел всего один раз и не попал внутрь, но если все получится, то нас с вами ждет замечательное открытие. А теперь в путь. Питание реки Баралдай в основном грунтовое. Гравий и его русла здесь, к счастью, не добывают, а потому воды его прозрачны. А уровень реки, за исключением короткого паводка, когда в апреле с гор сходят снега, вполне стабилен. Кстати, мост, по которому мы пересекли реку, появился относительно недавно, а до этого рейсовые автобусы, ходившие в аул Теректы, вынуждены были преодолевать переправу вброд. Первыми нас встречают симпатичные ослики. Для них здесь дом родной, и живут они в нем, кажется, совсем неплохо. Мать и дитя, любовь и гармония. Что может быть лучше? Аульная улица встречает патриархальным покоем. Здешний мир органически чужд какой-либо суеты. Людей совершенно не видно. А сразу за аулами вовсе благодать. Мощные родники дают жизнь солидному ручью, укрытому сенью могучих деревьев и несущему воды в Баралдай. Как и всякий уважающий себя аул в Южном Казахстане, аул Теректы имеет своего святого. И это не просто святой, это святой родник Теректы Аулие, который охраняют, как видите, от домашнего скота, то есть своего рода водоохранная зона. Это и есть народное экологическое сознание, которое охраняло природу всегда гораздо лучше, чем любой государственный указ. Взглянуть на святой родник не удалось. Подступы к нему закрыты наглухо, и, наверное, это к лучшему. Но мы покидаем последний на нашем пути населенный пункт. Аул Теректы позади. Высота 655 метров над уровнем моря, то есть мы выше нашего родного Шымкента примерно на 100 метров. И вот это, в общем-то, высшая точка нашего маршрута, своеобразный перевал. И вы видите великолепный вид на долину реки Баралдай, куда мы отправляемся. Точнее, мы отправимся немножко дальше, еще выше, вверх по реке, чем то место, которое мы видим. Здесь же рядом с нами прекрасный вид на Улькентуру. И даже вот этот небольшой скальный выход, на котором мы сейчас стоим, может рассказать внимательному человеку немало интересного. Говорят, что вечером по этой скале бегает огромное количество таких омерзительных созданий, как фаланги. Но днем они сидят в тени, а темно-коричневую поверхность здешней вулканической породы покрывают лишайники. Да в прощелке притулился кустик эфедры хвощевой, растение одновременно и лекарственного, и наркосодержащего.
еще несколько взглядов на прекрасную панораму речной долины и дальше вверх по ущелью. Боролда течет внизу в обрамлении деревьев, чья зелень порой совершенно скрывает реку. Они резко контрастируют с желтизной уже выгоревших склонов здешних невысоких гор. Минуем кордон егерей Сырдарья-Туркестанского национального парка. А вот и грозная надпись. Вокруг тишина, все словно замерло. В такую жару даже птицы не перепархивают в кронах деревьев. Предупредительных табличек становится больше, а саваннового вида склоны тонут в знойном мареве. Но на одной из скал мы уже видим цель нашего путешествия. Мы благополучно миновали зону разного рода предостерегающих табличек, к счастью, не встретив при этом ни одного человека. И продолжаем наше путешествие. Теперь мы уже не в долине реки Боролдай, хотя он совсем недалеко от нас, метрах в 300. Мы в боковом сае, в котором шумит небольшой ручей. Некоторые называют его Киши-Боролдай, то есть Малый Боролдай. Вот по нему вверх мы сейчас и отправимся. И это будет открытием не только для вас, но и для меня, поскольку я здесь фактически впервые, то есть дальше вот этого места раньше я не ходил, а говорят, там очень красивые и дикие места. А я напомню, что спонсором нашей программы является туристическая фирма «Жанаталап». «Жанаталап» – это внимание прежде всего к клиенту, это маршруты в дальние, ближние зарубежье и, конечно, наш внутренний казахстанский туризм. Долина ручья так и манит причудливыми растениями, прохладой и шумом воды. Идти никуда не хочется, но назвался груздем, полезая в кузов. И вот за поворот этого ущелья надо вот завернуть. Посмотрим, так недалеко, но чтобы... Вдоль ручья растут красивые могучие деревья ясеня Сагдийского. Это реликтовое растение занесено в Красную книгу и охраняется законом. На травянистых склонах тут и там крупные белые цветы алтея. А вот и дикий лук, которым так богаты горы Тянь-Шаня. Ущелье делает поворот, дорога постепенно переходит в узкую тропу. Становится жарче. Хорошо стрекозам, они далеко от воды никогда не улетают. Считается, что в горах прохладно, это, в общем-то, справедливо. Но только не по отношению к горам Боролдай-Тау. Здесь мы совсем не намного выше Чимкента. И жара стоит такая же, тем более, что скалы под солнцем раскаляются. Поэтому спасает только близость ручейка и, конечно, тень от деревьев. В тени гораздо прохладнее, чем на солнце. Здесь это чувствуется особенно остро, гораздо острее, чем в городе. Ручеек так и шепчет, куда вы и зачем. А мы пробиваемся через густые заросли по едва заметной тропе все выше. Страшно жарко. Вот сейчас я стою посреди вот этих оскаленных каменных глыб и, наверное, не меньше плюс 35 градусов. Высота 620 метров над уровнем моря. Время 12:30, то есть... перевалило за полдень, и вот теперь уже можно показать цель нашей сегодняшней прогулки в программе «Открытая Родина». Вот там на скалах огромная пещера. Сможем ли мы туда забраться, я не знаю, но я, по крайней мере, не знаком ни с одним человеком, кто там бывал. Так что, если все получится, то мы и наши зрители будем первыми, которые откроют для себя таинственный мир. А может, там клад какой лежит, древние рукописи, например. Про золото я не говорю. Зачем оно нам? Мы в Казахстане и так все богатые. Духовно.
Склон, по которому мы поднимаемся, представляет собой следы древнего обвала. Местами камни поменьше застряли в щелях между огромными глыбами. Сколько времени они находятся в состоянии зыбкого равновесия, понять невозможно. Подъем в пещеру довольно крут и ведет по осыпи. Хорошо, облачка набежали, стало немножко не так жарко. Но теперь мы уже видим, что она вполне досягаемая. Мы в нее обязательно попадем. Зелень деревьев остается внизу у ручья, а здесь лишь сухие травы, колючий кустарник и оскал раскаленных камней. На некоторых скалах хорошо видны следы стекавшей некогда по ним воды. А вот нечто странное, словно кто-то хотел вырезать на скале квадрат, да с местом не рассчитал. Пересекаем небольшой, совершенно сухой сай. Местами крупные камни обвала переходят в мелкие камешки-осыпи. Мы уже на 80 метров выше ручья. Но как же медленно приближается цель нашего путешествия? Здешние камни имеют острые грани и прорезаны странными дырками. Голыми руками в них лучше не упираться. Мы набрали основную часть высоты. Ущелье внизу. Из-за осыпи подниматься довольно долго. Хорошо, облачка облегчают путь. И вот теперь та зона, где мы пещеру не видим. Она за поворотом. Но теперь уверенность в том, что мы в нее попадем, уже 100%. Последний рывок, он трудный самый. Да, дыхания не хватает. И останавливаться приходится все чаще. А внизу и сзади великолепная панорама долины Баралдая, разительно напоминающая африканскую саванну. Кстати, такой природный пояс в наших невысоких горах так и называется по-научному – горный саванновый. Жаль только, что в отличие от Африки, никакой дикой живности не видно. Увы, поистребляли мы своих копытных, а те, что остались, научились мастерски прятаться от двуногих охотников. Однообразие склона скрашивают яркие ягоды шиповника, скалы как сыр, это многообразные формы эрозии камня. Но вот и вход в таинственный мир, который закрывают от нас большие деревья. Здесь на скалах, кроме лишайников, попадаются и сухие мхи, которые оживут после первого дождя. Мы уже практически на пороге вот этого природного образования. Кстати, стоим буквально у входа. И стало непонятно, все-таки пещера это или грот. Ну, буквально скоро мы это узнаем точно. Остановились, потому что я хочу показать вам вот это вот растение. Это не что иное, как виноград. Горы Баралдай-Тау, единственные в нашей области, где растет дикий виноград. Но растет он обычно внизу, в долинах, и перевивает деревья. А вот здесь, на сухом склоне, я увидеть его никак не ожидал. Вот такое удивительное открытие. Еще несколько метров вверх, и мы на месте. Мы, наконец, на месте. 745 метров над уровнем моря. То есть около 100 метров мы поднялись от ручья, вот по этой слепящей оскаленной осыпи. 7 потов сошло, в конце было совсем тяжело, но мы попали в удивительнейший мир. Явно мы здесь не первые, к сожалению. Увидели вот по дороге, мы вам показали сок. Кто-то пил здесь современные наскальные рисунки. Но я ожидал увидеть совсем не то. Оказалось, здесь есть и грот, и пещера. Причем грот этот буквально грандиозный. Сейчас мы вам его покажем подробно и какие-то отдельные моменты покажем. Но хочу заметить, как археолог в прошлом, как профессиональный историк, что в этом гроте
вполне могли жить наши предки. При условии, что здесь когда-то со стен стекала вода, это вполне могло быть, это идеальное место для жилища небольшой человеческой группы, защищенной от дождя. Это место практически не видно, что здесь живут люди снизу, то есть оно со всех сторон защищенное, его хорошо удобно оборонять. Подход узкий, и он очень крутой. Я не думаю, что здесь когда-то были археологи, но, возможно, если здесь провести раскопки, какие-то следы пребывания наших с вами предков, их жизни здесь, десятки тысяч лет назад, вполне могут отыскаться. Сейчас мы вам покажем убранство этого грота, но дело в том, что дальше есть и пещера. Попробуем забраться и туда. Но перед этим я напомню, что спонсор нашей программы – туристическая фирма «Жанат Алап». На мой личный взгляд, лучшая туристическая фирма Шымкента. На полу грота ползают жуки-чернотелки, питающиеся всякого рода органическими остатками. Здесь же выкопаны странные небольшие ямки. Валяются осколки бутылок еще советского производства. Есть и свои наскальные рисунки современного происхождения. Не поленился кто-то краску тащить. Вырезаны в стенки имена. Все это почти стерлось, но год определить удалось. В 1982 посещали грот наши предшественники. Идентифицировать мы смогли неких Люду и Адама. А баклажка явно появилась недавно, так же, как и пластиковый стаканчик. Увы, где человек, там и мусор. Во время весенних дождей сюда стекает вода, оставляя следы на стенках грота. Два больших тутовых дерева надежно закрывают вход в этот мир, делая его как бы самодостаточным. Да он и своей прохладой резко контрастирует с окружающими горными склонами. Но продвинемся дальше. Мы познакомили вас с этим гротом, действительно грандиозным гротом, который является собой целый маленький мирок. И вот теперь я лезу в саму пещеру. Запах здесь очень неприятный. Судя по всему, это помет летучих мышей. Много сухих дров кто-то сюда натаскал. Вероятнее всего, ее использовали как убежище при непогоде. И вот я здесь, внутри этой пещеры. Теперь давайте попробуем осмотреться. Сухие ветки принесены сюда извне явно сознательно. Но почему они не сложены в одном месте, а разбросаны по всей пещере, непонятно. Сама пещера не глубока, не более 10 метров, но с очень высоким изрезанным сводом. Пол мягкий, покрыт высохшим пометом летучих мышей, прячущихся в щелях свода. На нем уже начали образовываться сталактиты. Скорее всего, будь здесь больше влаги, они росли бы быстрее. На полу местами большие глыбы, на которых начинают расти сталагмиты. И тут тоже мы встречаем жука-чернотелку, любителя органики, приспособившегося к жизни в темноте. И снова маленькие сталактиты с капельками воды. А вот и вовсе странная штука. Небольшая, но очень аккуратная ямка, в разрезе которой хорошо читаются слои здешнего грунта. Мало того, что мы культурные слои обнаружили, это однозначно культурные слои, здесь все-таки жили когда-то первобытные люди, теперь я в этом абсолютно уверен. Вот очень интересная порода, формирующая стены этой пещеры. Причем она пористая, рыхлая, это явно известняк, но вот таких пор в известняке я в других местах не видел. И самое главное, вот здесь начинается формирование сталактитов. И первые молодые сталактиты уже появились. И в самой глубине заброшенная кем-то туда пачка от сигарет. Чем же все-таки занимались здесь наши предшественники? Или хобби у них такое? Выкапывание ямок в труднодоступных местах. Чтобы обследовать все уголки этого внутрискального мира, у нас попросту не хватает освещения. Но своего рода воронку в центре пещеры мы замечаем. Видимо, здесь жгли костер. Почва вокруг нее совсем мягкая и пружинит под ногами, как мат в спортзале. Обнаруживается еще одна баклажка и старый кухонный нож. Вероятнее всего, здесь периодически укрывались от непогоды охотники. А вот следы падающих со свода капель. Есть узкая боковая щель, но пролезть в нее невозможно. Выбравшись из пещеры, обращаем внимание на вход. Появляется ощущение, что камни его закрывающие кем-то навалены намеренно. Во всяком случае, обвалиться таким образом им вроде неоткуда.
А эти отметки на скале похожи на следы медвежьих когтей. Так и хочется пофантазировать о том, как пещерный медведь штурмовал убежище первобытных людей. Или как наши пращуры, сидя на краю грота, наблюдали за передвижением в долине стад диких животных. Но жизнь продолжается, об этом напоминает крохотный росток, прочно угнездившийся на стене грота. В затерянном мире этой удивительной, безымянной пока для нас пещеры, я уверен, что название у нее есть, просто мы его не знаем. Удивительно уютно. И право слова возвращаться не хочется. Но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать? И боги спускались на землю, пел Владимир Семенович Высоцкий. И теперь начинается следующая часть нашего морализонского балета. Долгая дорога вниз, ну а потом домой. Но по ходу этого движения мы вам покажем еще пару очень интересных, на мой взгляд, мест. И снова движение. Тропы на склоне практически нет, а потому спуск осложняется еще и выбором направления. Сломанное колено заставляет порой ногу предательски дрожать. Но и о наблюдениях за окружающим миром мы не забываем. Этот камень наш оператор Александр Демин определил как блок для строительства пирамиды. А что, похоже, только пообтесать немного. Одни горные растения успели отцвести и дать семена, другие еще манят красными ягодами, однако их, похоже, не едят даже птицы. А это оранжевые ягоды эфедры, вполне съедобные, но совершенно невкусные. Отправился по своим делам крупный местный паук. Его окраска – замечательный пример идеальной мимикрии. Пауку приглянулся кустик эфедры хвощевой. В одном из камней выбоина, где собирается дождевая вода. На дне уже образовался слой ила. Зачастую в горах спорят, что сложнее, спускаться или подниматься. Но если вы лезете на скалу, то однозначно подняться проще. А на спуске можете забуксовать. Со мной самим такая ситуация была. Когда я залез, слезть не смог. Снимали. Правда, было мне тогда лет 16. А вообще, я скажу так. И подниматься трудно, и спускаться трудно. Гораздо легче ходить по городскому тротуару. Но таких впечатлений на городском тротуаре не получишь. Вот сейчас, честно говоря, уже так хочется быстрее оказаться внизу. Но я знаю, что мы окажемся там. Хотя вот по этой сыпухе очень тяжело идти, уже ноги подкашиваются. Но сколько будет воспоминаний, а от тротуара воспоминаний не остаются. Так что идем дальше. Еще один гротик в склоне. Посмотрели. Но, увы, ничего примечательного. Ура! Спуск закончен. Мы снова у благодатной прохладной воды ручья. Он вроде невелик и в августе уже пересыхает, но рыба в нем есть и ее хорошо видно. И снова за окнами раскинувшаяся у подножия Улькентуры саванна. Как приятно после жаркого склона ущелья оказаться на берегу благодатного Баралдая. Один древний мудрец, будучи богатым, грустил, будучи бедным, радовался. Когда его спрашивали, почему он так себя ведет, говорил: «И это пройдет». Действительно, и это пройдет. И прошел этот тяжелейший спуск от удивительной пещеры. И мы внизу. И сейчас мы вам покажем одно из самых райских мест нашей области. Я так думаю, одно из самых райских. Купание в горных реках обычно сопряжено с определенными неудобствами из-за быстрого течения и, конечно же, определенным риском из-за него же. А это речка Баралдай. Она горная, но горы здесь невысокие. И посмотрите, какая она спокойная.
чистая, а главное тихая и еще глубокая. Здесь, наверное, лучшая купалка Южного Казахстана. Никаких аквапарков не надо. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Но прежде чем нырнуть в эту благословенную воду, я еще раз напомню, что спонсором этой программы «Открытая Родина» является туристическая фирма «Жанат Алап», которая, как и мы, показывает южноказахстанцам чудеса мира и родного края. Вот это и есть счастье после долгого пути по оскаленным жарой осыпям. Однако этим купанием наше путешествие не окончилось, и мы решили показать вам кое-что еще. По дороге домой мы все-таки не могли не заглянуть на знаменитые баралдайские петроглифы. Хотя одну из программ «Открытая Родина» мы им посвящали, но решили посмотреть на них еще раз и, возможно, найти что-то новое. И вот, кажется, нашли. Вот это не что иное, как олень. Олени когда-то обитали здесь, в горах Каратау. Но это далеко не все. Нас ждут еще более интересные наскальные рисунки. Эти древние изображения встречаются на холмах правого берега реки Баралдай. Впервые здешние петроглифы были описаны для науки в 1905 году, а в последние годы стали популярным туристическим объектом. В основном это изображения архаров, бывших главным объектом охоты здешних насельников. Но попадаются и олени, и верблюды, и лошади, и хищники, и даже целые жанровые сценки, как, например, это, где всадник с помощью собаки охотится на архаров. Повстречался нам и главный здешний хищник, грозный, хотя и маленький. Это богомол, чья главная добыча в это время года – саранчевые. Своих жертв он подкарауливает в засаде, имея для этого прекрасный камуфляж. Чтобы посетить последнее в этом путешествии примечательное место, форсируем реку Баралдай, а затем его основной приток – Кошкарату. Замечаем еще один грот, который когда-нибудь посетим, и выезжаем к Баралдаю, который здесь заметно больше, чем буквально в 500 метрах выше. Цель достигнута. А это еще одно знаковое место, которое мы вам хотим показать в самом конце нашей программы, полной открытиями и приключениями. Вы видели, как мы переправлялись через две реки, чтобы сюда подъехать. Так вот, сейчас я стою не в Баралдае, а в его главном правом притоке реке Кошкарата. Баралдай и Кошкарата – две основные реки хребта Каратау. И сейчас мы попробуем пробиться через вот эти вот кусты, чтобы показать им всю красоту этого места. На самом деле, вот наши реки чем отличаются? Они все время русло меняют. И вот когда я был здесь последний раз года два назад, здесь все выглядело иначе. И сейчас мы буквально в трех соснах плутаем, чтобы выйти к месту слияния, но обязательно выйдем. Ну вот мы и вышли все-таки к слиянию. Вы сейчас видите реку Кошкарата, это приток Баралдая, который впадает в него справа. Сам Баралдай выходит вон оттуда, из-за того ивняка, и вот оно место слияния двух главных рек Каратау. Здесь, кстати, довольно глубоко, но самое интересное в том, что когда мы сюда подъехали, обнаружили группу отдыхающих, которые приехали на машине. И они были буквально ошеломлены, увидев, как мы вылазим из своей машины, и сказали: еще и телевидение. Да, еще и телевидение, потому что это телекомпания ТВК и программа «Открытая Родина», которая при спонсорской поддержке туристической фирмы «Жанат Алап» открывает для вас самые укромные и самые красивые уголки нашего края. Но попрощаться с вами я сегодня попытаюсь оригинально. А теперь я говорю вам, пока, до новых встреч в «Открытой Родине».